В Элисте продолжается муниципальный этап республиканского конкурса «Педагог года». В Калмыцкой однокультурной гимназии имени Зая Пандиты работает площадка по номинациям «Учитель» и «Педагог дополнительного образования». В категории «Учитель» соревнуются 9 работников элистинских школ. Им предстоит пройти 7 конкурсных испытаний. В номинации «Педагог дополнительного образования» участвуют 2 конкурсантов. Они выполняют 5 конкурсных заданий. Напомню, ранее завершили свою работу площадки в номинациях «Воспитатель» и «Педагогический дебют». Итоги муниципального конкурса подведут в пятницу в ДДТ.